Антивирус Касперского уже установлен на нашем компьютере и запущен. Его иконку мы видим внизу в трее. Сам установочный файл нам больше не пригодится, но на будущее, если вдруг мы будем переустанавливать систему, этот установочный файл желательно куда-нибудь скопировать на свой компьютер. Теперь о настройке антивируса. Нажимаем на иконке правой кнопкой и выбираем пункт Касперский Internet Security. Нам нужно выполнить обновление наших антивирусных баз. Обновление займет некоторое время. Обратите внимание, во время обновления иконка в трее будет анимированная с крутящимся шариком. Обновление антивирусных баз завершено.